25 километров по неочищенной трассе с препятствиями. Десантники из Ульяновска и других городов России соревнуются в конкурсе по полевой выучке «Волжские склоны 2021». Среди участников 8 команд из частей и соединений ВДВ. На старт вышли военные из Новороссийска, Иваново, Пскова, Тулы, Улан-Удэ, Рязани. На первом этапе каждая команда должна была не только пройти большое расстояние, но и выполнить специальные задания. Это передвижение в снегоступах, спуск и подъем по склону, поиск пострадавшего, ориентирование на местности. Побеждает то отделение, которое соберет максимальное количество баллов при выполнении заданий. Конкурс полевой выучки «Волжские склоны» является отборочным этапом к всеармейскому этапу конкурса «Саянский марш», который состоится в марте месяце в поселке Танзыбей Красноярского края. Лучшая команда, та команда, которая станет победителем конкурса «Волжские склоны», отправится защищать честь воздушно-десантных войск на конкурсе «Саянский марш». На втором этапе военные будут соревноваться в разведке целей, метании ручных гранат и стрельбе. А также десантникам предстоит сдать нормативы по эвакуации условного раненого. Анна Тищенко, новости Улправда ТВ.